Привет, народ! Я инструктор по монтажу в киношколе Кинокаста. И у меня есть какое-то имя, и 25 лет я занимаюсь монтажом и снимаю фильмы, монтирую чужие фильмы, делал много клипов. Я не знаю, чего я достиг на взгляд того, кто будет меня гуглить, но я знаю, что я живу абсолютно счастливой жизнью. Если бы с кино у нас были романтические отношения, то монтаж — это то, где и начинается физический контакт. Это то, где начинается секс. Вы прикасаетесь к материалу, все в вашей власти. И вы приняты, и вас любят. Это самая удивительная часть процесса. Я собираюсь развлекаться, потому что исследовать и творить — это абсолютный фан. Я не знаю, как кто-то может подумать, что говорить о монтаже, применять это на практике и проводить время с такими же фриками, как ты, как это может быть скучно? Как что-то может не получиться? Монтаж — это секс. И я вам это докажу.